Несколько тысяч юных первоуральцев в этом году отправятся в первый класс. Родители уже занимаются подготовкой детей к школе. Кому-то в этом помогает работодатель. Подробности в сюжете. С утра на базе отдыха «Сосновый Бор» звучат музыка и детский смех. Маленькие первоуральцы играют в догонялки, ходят колесом. Одним словом, заняты обычными детскими делами. На предложение аниматоров принять участие в веселых стартах детвора отвечает дружным согласием. Раз, два, три, поехали! Спортивный праздник организовали для детей, чьи родители работают на Первоуральском новотрубном заводе ТМК, и будущих первоклассников. Место для проведения состязаний выбрали не случайно. Недавно здесь открыли новый спортивный комплекс с воркаутом, баскетбольной площадкой и футбольным полем. Тут же и проводят соревнования по переноске конфет, прыжкам через обруч, бегу в мешках. Победителями становятся все участники праздника. Сладкий приз достается каждому. Вперед, за это тебе сладкая конфета! Не остались без подарков и болельщики, родители будущих школьников. Каждый получает от завода сертификат на приобретение канцелярских товаров. Такие акции в рамках программы социальной поддержки работников в преддверии нового учебного года проводят уже более 16 лет. Сегодня мы вручили практически 250 сертификатов для того, чтобы подготовиться к школьному сезону. Мы сегодня постарались сделать максимально все возможное для того, чтобы детям устроить праздник. Праздник очень отличный, удался деткам очень нравится, тем более на такой интересной, красивой площадке. Я считаю, что наше предприятие одно из самых таких мощных, которые всегда заботятся о своих работниках и о детях этих работников. Использовать сертификаты для покупки ручек, карандашей, тетради и других школьных принадлежностей родители первоклассников могут до конца года. Николай Свердлов, Дмитрий Коньков, Евгений Шилов. Новости Первоуральска.